Ну, это я, собственно говоря, тоже в гостях. И пока хозяева гуляют, я решила сделать для них бутерброды. Мы дружим, и вот сегодня такой интересный день. И бутерброды, они очень интересные, вкусные. Я решила вот сейчас Славу попоить чаем. Могу рассказать, что они из себя представляют. Когда-то я их называла еврейскими. Но с тех пор, как я сюда переехала, ребята их называют праздничные. Потому что они всегда на праздничном столе. Они вегетарианские. Мы мясо не едим, поэтому никаких колбас нету. Это чисто бутерброды, состоящие из овощей, сыра. Ну и давайте вот посмотрим, как конечный продукт, вот, как они выглядят уже. Вот, так что вот сейчас Славочка их отпробует и скажет, насколько они вкусные. А так, вот, видишь, вот это хлебушек, который можно запечь в духовке или пожарить на сковородке. Намазываем чесноком, потом пропитываем майонезом, потом сверху жареный кабачок, потом у нас свежий помидорчик, сверху у нас хороший твердый сыр и украшено. И вот такая вот красота может стоять на столе и украшать стол. Моя прекрасная леди, богиня в утреннем свете, ловлю мгновения эти любви и воспеваю тебя, моя прекрасная леди. Над нами звезды и ветер, и мы на этой планете любви, где открылась мне красота и тайна твоя.